Антимайдан Ютуб. Давай наш миномет брать. Пробитый. Уже не способный стрелять. Ушко. Полностью. Вот что. ПМП осталось. Кусок металла. Даже внутри ничего нет. А, Урал наш. Вот от танка что осталось. Тоже еще два Урала было. Они все разбили. Полностью. Мины наши все, блядь, погорели. БК полностью наше уничтожено, блядь. Половина техники. Все, что можно. Так что у нас нет другого выхода, как отступать, потому что наше государство нихера не делает для того, чтобы нас отсюда вытянуть или дать какое-то укрепление, блядь. Спасать людей. Бездействуют полностью. Сейчас еще покажу вам остатки наших шишарей, которые осталось. Все в панике. У нас дымит. А там вот находится у нас пограничная застава. А там Россия уже за ней. Вот туда вот нас по нам лупят. БМ-21, это простым словом град. Минометами 120-ми. Укрывают нас. Никто нас ничем не защищает. Вот наши две машины. Продукты, которыми мы питались в то время, когда нам не могли подвезти, тоже все загорело, попортилось. Что было? Так вот нам обещали помощь. И к чему все пришло?